Всем привет, дорогие мои друзья, хорошо вам настроение. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру Injustice 2. Давненько я в нее хотел поиграть, и вот теперь мне выдался времечко для этого действия. Криптон. Криптон, если я не ошибаюсь, ребята, это родина Супермена. По-моему, так. Но этой планеты, по-моему, больше уже нету. По комиксам, судя. Опачки, это что еще такое? Восстание машин? Воу-воу-воу-воу. Так. Ага, это криптоиды. Помните, ребята, да? В Шининг Форсе у нас такие ребята есть. Что такое? Вау. Так, а кто у нас тут самый-то злой враг? Я уже, честно говоря, и забыл. Куда, 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 куда бежите? Давай, роднуля, беги. Я не знаю, кто ты такая, но ты должна смыться. В трубу, правильно, молодец. Все, да? Выбрались. Отлично. Это уже что-то. Ну да, городишко побитый, помученный, вау. И сейчас схватишь ее, нет? Что ты собрался делать? Ё-моё. Вот так, ребята, просто. Не понял, он что, поглощает, что ли? Да, поглощает здание. Все, вот и нет городишки. И смылся. Замечательно. Отличное начало, ребят. Опа, опа, опа. Давай, обернись, обернись. Ну что ты. Вот. Поздно, правда, да, уже. Так. Мама, Кара, сюда, скорее. Молодец, мамуля. Так держать. Держись рядом, Кара. Мама, корабль, он Арго-Сити разрушен. Миллионы людей. Это лишь начало. Брейник дестабилизировал ядро планеты. Криптону долго не продержаться. Но твои исследования, неужели ничего нельзя сделать? Именно поэтому мы здесь. Космический корабль? Над этим ты работала? Твой дядя Джор-Эл открыл планету, пригодную для жизни криптонцев. Брейнику туда не добраться. Он построил такой же корабль для твоего двоюродного брата. Но Кал-Эл, он же еще младенец. Поэтому тебе предстоит его защищать. Обучи его нашим традициям. Я буду учить его, но как же ты? Нет, 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 я тебя не брошу. Прошу, не заставляй меня. Я не смогу полететь с тобой, но ты не будешь одна, Кара. Ты родом из дома Эл, дома надежды. Всегда помни об этом, никогда не теряй надежды. Залезай. Молодец, мама, отважно. Нет! Боль, скорбь. Я представляю, что у нее сейчас на душе. Так, а где же еще? Тут двоюродный брат должен быть. Младенец. Ага, вот он. Вот он, второй шаттл. Ух ты! Это же наш маленький суперменчик. Я его сразу узнал. Ага, вот она. Вот она, ребята, и планета взорвалась. Держись, Кара, держись.
Карл, нет, только не это, Кал. Ах, их разделило, вот оно что, взрывом. Injustice 2. Ну что же, ребята, давайте играть, смотреть, что нас ждет в этой саге. За все годы, что я сражался с преступностью, я понял лишь одно. Каждый злодей считает себя героем. Супермен не был исключением. Джокер накачал его наркотой, обманом толкнул на убийство его беременной жены Лоис, заставил активировать бомбу, уничтожившую Метрополис. Когда Супермен убил Джокера, я понял, почему он так сделал. Мы все это поняли, но он пересек черту, и пути назад уже не было. Он поставил перед собой и Лигой Справедливости новую цель – остановить преступления до того, как их совершат любой ценой. Но он не понимал, что эти благие намерения ведут его на пути тирании и зла. Вот так и наш великий герой стал нашей самой страшной угрозой. Несколько лет назад. Ну и что, что Супермен похищает преступников из Архэма? Это же все равно отбросы. Он хочет их убить, Дэмиан. По мне, так он правильно делает. Убийство людей не правосудие, Супермен этого не понимает. Он поглощен скорбью. Только время залечит его раны. Ну да, если бы это был Готэм, если бы Джокер убил меня, что тогда? Так и знал, что ты промолчишь. Управление заклинило. Нас возвращает в пещеру. Катапультируемся. Вау, киборг. Че, попал что ли? Вроде бы мимо пролетело, но ладно. Робин, короче, куда там улетел на крышу. Но Бэтмен-то... Это был предупредительный выстрел, киборг. Я не трону вас без надобности. Тебе придется. Бэтмен, в Метрополисе жили мои друзья. Старфайр, Мальчик-Зверь, все погибли. Сделаем это, и подобное больше не повторится. У тебя есть право гневиться, но это не значит, что тебе позволено все. А Лига Справедливости не отряд палачей. Оу, понеслась, ребята. Сразу скажу, я не знаю, какие тут кнопки за что отвечать, но придется драться наугад. Так. Со временем, надеюсь, я разберусь. Так, ты достал уже, киборг. Что у нас вообще здесь есть? Так, пока экспериментирую, ребят. О, неплохо, отлично. Вставай давай, киборг. Ну ты какой-то ватный. Оу, щет. Иди сюда, блин. А это было больно? И полетаем. Отлично. Что у меня внизу за шкала? Ага, вот она. Опа, и чё? И что это было? Что это за прыжок такой к ногам? Ладно, ребят, сейчас не об этом. Надо нам добивать киборга. Пошел ты отсюда, все. Побед за нами. Так, еще раунд, да, получается? Понятно. Оу, неплохо, родной. Пора тебе... Ах, он меня победил, да? 1-1 получается, ладно. Все подряд нажимаем, как говорится. Не знаю, не знаю, что из этого получится. И отсюда ты достал уже в корень, на самом деле. Так, полетаем. Слушайте, у меня есть чем-то такое нормульное? Нормульное именно. Или стандартные удары, блин. Так. Получи. Апперкота, я так понимаю, у меня нету, да? У меня есть вот только такой удар. Все, что ли, нагрел его? Ты этого еще не понимаешь, но Супермен ошибается. Подучись парить в воздухе. Да, я в порядке, спасибо, что спросил. Пойдем. И куда это мы собрались? Ага, тюрьма Архэм. У меня сразу назревает такой вопрос. А что мы здесь забыли в этой тюряге-то? Джокера вроде бы, как я понял, нету. Такой, да, дурачка включил, типа, а, что? А я ничего не видел, я ничего не знаю. Все равно получил. На, на. Отлично. Ну еще бы, конечно, батаранг поможет ему.
Значит, убивать людей ты не хочешь, но овощами сделать так просто? Проверь погрузочную площадку. Ох ты, чудо-женщина. Я рад тебя видеть. Красотуля ты. Решил помочь, Брюс? Да, я здесь, чтобы уберечь тебя и Кларка от страшной ошибки. Никто из нас до этого не хотел, но Джокер нас вынудил. Метрополис изменил весь мир. Теперь и мы меняемся вместе с ним. Но так нельзя. Я думал, что ты уж точно меня поймешь. Оу, да у нас взбучка очередная. Ну что, красотуля, давай. Что ты тут выделываешься мне? Ты же знаешь, я Бэтмен, мне пофиг. Что ты там своими браслетами прикрываешься? Ага, у тебя, значит, плетка честности есть. Ай! Слушай, ребята, она меня разбирает потихоньку, смотри-ка. Вы не обессудьте, играю как нуб. Ну, а что поделаешь? Я все-таки не такой, как говорится, спец по файтингам. А может быть, когда-нибудь стану. Может быть. И когда-нибудь. А ну-ка, попробуем, я все-таки тогда... О, вроде поймал. Так, что у нас здесь? Куда мы ее там подняли-то? Хе-хе-хе. Ох, я не завидую тебе, роднуля ты моя. Вроде... Да, первый раунд за нами, ребят. Так, второй раунд, гоу. Ну. Так, отлично. Что за... Мышки тут еще летают. Блин, ну мне охота научиться каким-нибудь супер ударом, ребят. Обалденным. Нет, конечно, все это можно посмотреть через паузу. Блин, смотри-ка, она меня побила. Продолжаем. Главное не попасться под ее супер удар, а то будет очень, наверное, больно. Да ты достала уже, а? Да что ж такое, не дает мне, ребят, ничего. Да, блин. Слушай, ну это уже переходит все грани. Слушай, и щит-то свой бросает. Ого. Фу, промахнулась она. Так, ребята, осталось чуть-чуть всего лишь добить. И... И лишь бы не проиграть, блин. Да хорош бегать вокруг меня. Не-не-не-не-не-не-не, не должен. Да ладно тебе. Вот дерьмо, ребят, проиграл я. Так, ладно, давай начнем заново. Откуда мы начинаем? Надеюсь, не с самого-самого начала. Что-то зависло. Да, я думал, что ты уж точно меня поймешь. Не хочу я тебя понимать, ни хрена. Так, погнали, ребята. Нужно мне по брынкам ее расписать. Слушай, ну, по-моему, опять ничего не получится. Да что ж ты... На! Успокойся, тебе говорю, родная. Блин. Что он там делает? Она еще себя подхиливает, что ли, оказывается, да, ребят? Блин, Бэтмен, ну ты, ну бас, ну где твои суперудары, в конце концов? У тебя же всякие прибамбасы, примочки есть. Где? Не вижу вообще ничего. Сейчас она меня опять, по-моему, накумарит, да, ребята? Жесть какая-то. Опять начинается. Слушай, у меня есть суперудар, может быть, им воспользоваться, ребят? Так, отлично. Дело пошло. Пошло, ё-моё. Да что ж такое-то? Ты достала меня, чудо-женщина. Оу. Чё-то как-то не котируется, нифига. Так, ладно, 1-1. Фух. Суперудар надо делать, ребят, по любасику. Так, полетаем для начала. Опа. А ну-ка, встанет, нет? Поймаю? Поймал. Типа, немедленно. Сейчас мы ее расстреляем. Ну, грубо говоря, пол хп мы ей точно сейчас снимем. Да. Осталось только лишь не облажаться. Давай. Да что это? Ну, Бэтмен, ну не тупи, ну пожалуйста. Давай. Еще маленько. Еще чуть-чуть. Есть. Будет знать, овца. А это еще что за хмырь? А. Я хочу услышать правду из твоих уст. Где он? Корпус С.
Не бросай его, он нуждается в тебе. Поэтому я и пришел. Ага. Так, значит, мы пришли в тюрьму за кем-то. Док, что они с нами сделают? Куда нас ведут? Я никуда не пойду, пока ты мне не объяснишь. Вернись в очередь. Это кто у нас такой? А, Супермен. Живо! Оп-оп-оп, сразу на попятную. Ох, сейчас будет жарко, я думаю. 2 минуты. Типа я разберусь с вами, да? Кларк, не опускайся до этого. Этих заключенных уже не изменить. Это воры, насильники, убийцы. Такие же, как Джокер. Вот в чем проблема битвы за правду и справедливость. Она никогда не закончится. А если всех казнить, то закончится. Сначала Джокера, теперь этих. Когда ты остановишься? Когда исчезнет преступность? Когда люди смогут жить без страха, Брюс? Мы с тобой стремимся к общей цели. Я хотел уничтожить убийцу моих родителей. Я мог бы это сделать. Но не такого будущего они для меня хотели. И не таким тебя видела Лоис. Не перекладывай вину на меня. Упс. Граната красного солнца? Чтобы связать твои силы, ты должен остановиться. Пережить свое горе, пока еще не поздно. Ты не посмеешь. Уже посмел. Супермен, у тебя же суперскорость, что не... Нет! Ты ведь был моим другом. Поэтому я должен тебя остановить. Оу, ну что ж, давай драться. Так, мы якобы ему силы все убрали, да? Теперь он как обычный человек, да? Драться будет с нами. Ну-ка. Да нет, еще маленько силенок у него есть, ребята. Нахлобучиваем. Потихоньку, полегоньку. Так, давай, давай, давай. Ну, добьем. Да блин, что ж ты делаешь? Ого. Так, пора ему... Да что такое-то? Все. Первый раунд за нами. Пускай немножко отдохнет. Поехали. Что ты делаешь, Бэтмен? Блин. Ты просто какой-то непредсказуемый чувак. Я даже не знаю, чего от тебя ожидать. Жмем все подряд, и у нас получается билиберда. Черт, сейчас победит, по-моему, меня. Да, уже победил. Так, хорошо, 1-1. У меня есть суперудар. Не знаю, стоит ли его активировать. Попадем? Попали. Пускай немножко полетает, ребят. Совсем капель. И нам останется лишь только добить его. И, в принципе, все. И ракету. Завершение. Отлично. Погнали. О, хорошо-то как. Да чтоб тебя... Ты посмотри, какой хитрожопый, а, этот Супермен. Ну! Ну, Бэтмен, ну, ядрёно, может, что-то как каракатица. Апперкот все-таки сделал. Все-таки умеет он делать апперкоты, ребят. Прости, Кларк. Отойди от меня. Гляди, кого я нашел. Виктор Зассел, психопат. Сколько женщин ты убил? 121. Думаю, его уже не исправить. Робин, отпусти его. Ты охотно дерешься со своими друзьями, чем с настоящей проблемой. Сын, не вздумай. Сын? Не ты меня воспитал, а Лига убийц. Хача! Перешагнул черту. Проблема решена. Кто следующий? Будь ты проклят, Дэмиан. Нам нельзя переступать эту черту. Вот и стой по ту сторону, Бэтмен. А я на стороне Супермена. Так, ребята.
кстати, хочу сказать, что именно в этом поединке, ребята, у нас будет загвоздочка небольшая. Будет фризить, не знаю почему, но именно вот здесь я 3 раза переигрывал. На всех настройках, на минимальных, на максимальных. И вот, видите, да? Видите, у нас сейчас фризит. Это только вот в этом бою почему-то, ребят. Не знаю, в чем проблема. Ладно, сейчас дело не в этом. Сейчас дело в том, чтобы нам не проиграть из-за этих фризов. Ты достал уже, а, Робин, а? Прыгает, а, попрыгунчик. Блин, по-моему, проиграем мы сейчас с вами. Да, первый раунд он выиграл. Черт бы его побрал. Ай-яй-яй, как же она фризит? В чем проблема? Не понимаю. Да успокойтесь. Лучше вам, ребята, этот бой перемотать. Ты достал уже, а? Слушай, мы так проиграем. Попытка не пытка, ну вот не надо было. А, я еще не попал. Ладно. 1-1. Продолжаем. Тут главное, ребята, делать ускоренные атаки, комбо. Ну и по возможности, конечно же, делать захваты. Что это такое? Что это такое? Что это? Так, выберите, что выбрать? Не знаю, ребята, что-то выбрал. Ага, успешная защита. Ну, успешная защита почему-то ушла к Робину. Слушайте, я не должен проиграть. Ни в коем случае. Оу, ёп! Вот это вжарил. Слушайте, мы, по-моему, проиграем сейчас с вами. Мне здоровья-то совсем мало. А у него еле-еле отнимается. Тихо, тихо, не надо. Что он там запускает? Какую-то хрень в меня. Ага. Сравнялись, ребята. Остается лишь... не оплошать. Есть! Ух, ну нежданчик прям какой-то. Дэмиан, я... Дэмиан, я не хотел. Ты трус. Эти твари объявили нам войну. Думаешь, что ты лучше его? Ты позволил Джокеру безнаказанно убивать. Ты не смог спасти ни Лоис, ни Джейсона. Вообще никого. Довольно. Уходим. Но заключенные... потом. Вот так дилемма получается, да, ребята, у нас? Робин восстал против учителя. Прошло несколько недель с тех пор, как пал режим. Супермен сидит за решеткой. Вместе с ним сидит Дэмиан, мой родной сын. Но мы не можем забывать, за что мы их осудили. Нам нельзя терять бдительность. Я думаю, что вы хотите успокоить публику, мистер Уэйн. Вы восстанавливаете Готэм и Метрополис не в одиночку. Но если мы не поспешим переубедить людей... Я думал, ты поэтому переплачиваешь тем пиарщикам, Люциус. Трудно убедить людей вернуться в эти города, когда они боятся, что кто-нибудь снова за них возьмется. Супермен никогда не выйдет на свободу. Я это четко дал понять. Но Чудо-женщины, Черный Адам, Аквамен, они все еще на воле, и, похоже, уголовная ответственность им не грозит. Я знаю, что ты создал Братский Глаз, но чтобы не упустить все эти нерешенные проблемы из виду, Братский Глаз должен остаться в тайне. Наши враги не смогут бороться с тем, чего для них не существует. Что ж, тогда последуй хотя бы одному совету из тех пиарщиков, которые мы... отдали кучу денег. Какому? Будь чуть реже Бэтменом и чуть чаще миллионером-плейбоем. Появляйся в городе днем и улыбайся, как показали фокус-группы людям в спокойной душе, когда ты улыбаешься. Это твоя вторая работа. Брюс, подумай над тем, чтобы расширить свой круг доверия. Одиночки не победить, даже такому, как ты. Призадумался он все-таки. Так, а это что у нас тут за орлы? Не очень-то приветливое помещение для гостей. Диана, Оливер, спасибо, что так быстро откликнулись. Тебе повезло, что мы подыскали няню. Няню? Для кого няню? Для своего ребенка, наверное.
Так, куда мы отправляемся с вами, ребята, а? Вот в чем вопрос. Ага, подземка Готэма. Мой прапрадед построил первое метро Готэма, но теперь это... пещера Бэтмена. Вау, круто. А это братский глаз. Больше похож на глаз Саурона. Наблюдательный центр? И не только. Этот узел связи объединяет все спутники и серверы планеты. Он предупреждает нас о грядущих опасностях и помогает справиться с угрозами. Тут нужен гений, чтобы за всем уследить. Насчет гения не знаю, но я доктор наук. Хоу! Красотка. Дина, муженек Дины, да уж, издалека вы приехали. Из другого мира. Но мы рады сменить обстановку. Я удивилась, что ты позвал нас, Брюс. Вроде бы все сейчас спокойно, что стряслось? Уничтожение режима создало прогрехи в глобальной защите. Мы устраняем их по мере возможности, но ресурсов не хватает. Мы уязвимы. Хардин, покажи им, что ты нашла. Ладно, Бетс. Горилла Грод, всеми любимая говорящая обезьяна. Он собрал банду придурков и называет их общиной. Мой агент в Горилла Сити сообщил, что Грод замыслил что-то серьезное. Но что именно, где и когда, мы не знаем. Нам лишь известно лишь одно. Пугало скоро отправят Гроду дофига пугающего газа из своего убежища в болоте смерти. Такая вот комарилья. Удачно я взял средства от комаров. Вам троим нужно перехватить этот газ, чтобы он не достался Гроду. А ты с нами веселиться не будешь? Увы, я не могу покинуть Готэм, не встревожив общественность. Не волнуйся, Бетс, разве такая команда не справится? Я знаю, что тут недавно, но ты уверен, что можешь доверять Харли? После смерти Джокера она стала совсем другой. Почти другой. Утешил, да? Ага, это мы что? Девушка, которая смеется. Харли Куинн. Они побыстрее не могут. Я не хочу, чтобы Горилла Грод оторвал мне башку из-за того, что вы тормозите. Не волнуйся, Дэдшот. Мы будем готовы к завтрашней атаке. Завтрашней? Вот же наглая макака. Воу. Ну что такое опять? Надо же, какая встреча. Давай поторопи их, а я пойду проверю, что там. Рыжая, 100 лет тебя не видела. Ты пришла уничтожить этих придурков? О-оу. Это еще что за хмырь? Плющ, вот это улов. Рыжая, ты что с ними? Твой начальник Брюс должен был активнее беречь природу. Но он лишь заново отстроил бетонные джунгли Готэма и Метрополиса. По мне, так он ничуть не лучше, чем Супермен. У тебя в шишке зернышек не хватает, если ты думаешь, будто твои новые друзья тебе помогут. Грод сдержит свое обещание или станет моей следующей жертвой? О, Рыжая, зачем ты меня заставляешь? А, круто. Харли, как всегда, на высоте. Подруга, позволь мне вытащить тебя отсюда. Будем снова бузить вдвоем. Сведем всех парней с ума, что скажешь, как в старые добрые времена. Раньше было весело. Но теперь у меня есть дела. Оу, ребята. Ну, давай посмотрим, я за нее вообще не играл, я не знаю, что она себе представляет. Но крокодил там здорово висит. Так, ядовитый плющ у нас. Оу. Так, что мы вообще можем? Пока я ничего хорошего не замечаю. Ну это хорошо было сделано. Оу, тихо, это нечестно, я тебе скажу. Плющ ты ядовитый. Сейчас смотри-ка, призывает какую-то херню, которая плюется на меня. Блин, Куинн, ну как так? Ну ё-моё, а? Ай-яй-яй-яй-яй, ладно, порвала она нас. Тут ничего не могу сказать.
Слушайте, ну как-то хреновенько у нас получается, потому что у Квин практически ничего нет нормального. А может быть и есть... Так, что это такое? Что это такое, я вас спрашиваю? Щет, она сделала свой суперудар. Ай-яй-яй, бобо, так как? Жесть. По-другому это не назовешь. На, да конечно, да. Ну-ка, теперь наша очередь. Получилось? А мне нравится суперудар Куин. Жалко, конечно, что нас это не спасет. Воу, еще и битой. Аж биту сломали об ее рожу. Так, ладно, продолжаем. Попытаемся, я не знаю, получится, нет, конечно. Вряд ли, вряд ли, ребята. Потому что у нее полное здоровье, а у нас, как видите, его практически нету. Все. Сейчас она мне удар еще сделает. И я буду валяться. Да, ребята, неудачно. Начинаем заново. Переигрываем, точнее, мы этот раунд. Да-да-да, я знаю, что у тебя дела. Погнали. Ты достала уже своей херней этой стрелять, а? Блин. Квин, ну есть чем-то у тебя... Во, хоть что-то мы нашли с вами. Так, выстрел какой-то. Знать бы еще комбинацию, как это все делается. А многие ребята, прежде чем играть в такие игры, файтинг там или еще что-нибудь, они смотрят комбинации, изучивают удары, а потом начинают снимать. Ну я-то, ребят, воу-воу-воу-воу-воу-воу, запрещено к показу. Неплохо. Так, отлично, первая победа за нами. Все-таки в этом раунде мы проявили себя лучше, намного лучше. Что ты там зернышки какие-то разбрасываешь? Давай-давай-давай-давай, Квин, родная моя, я ж... Всегда за тебя, это же мне всегда нравилось. Детка, не подведи меня, пожалуйста. Оу, щет. Было больно? Так, ну уж нет. Не поймаешь ты меня на этот раз. А вот я, пожалуй, воспользуюсь, наверное, суперударом, ребята. На-ка, выпусти, дорогуша. Взять ее. Порвать. Это, я так понимаю, гиены. Да, игрок себя никудышный, это точно. Вау, ребята, вот она победушка-то. Больше никаких ночных посиделок для тебя. Так, что такое? Узри свои страхи. Да я эту хрень по приколу нюхала. Тогда тебе понравится моя новая формула. Что такое? Блин, Квин такая прикольная. Это еще что за демон? У тебя высокая сопротивляемость. Но у каждого есть свои страхи. Да ладно, Квин боится вот этого вот пугала. Я сомневаюсь в этом. Опа, опа, ты смотри-ка. Ты, дерьмо-демон. Я ж тебя сейчас на лоскутки прову, блин. Я уже вроде как приноровился к игре Квин. Тихо. Что ты... О, было больно. Так. Пора ему, по-моему, навешать маленько, ребята. Вот так вот, отлично. Так, немножко у него осталось здоровья. Да ну, он какой-то сынок, он вата. Ребята, он вата. Оу, было бобо. Ты что такое чудишь со мной, эй? Как тебя звать-то? Пугало, блин. Пугало, ты огородная. Так, тихо, не надо. Не надо тут чудить. Попал, нет? Блин, он меня выиграл. Первый раунд за ним, хорошо. Это ненадолго, ребята. Черт, его побрал. Да чтоб тебя со своей херней на цепи. Есть, ребята, я его подбил. Да-да-да, ты реально ублюдок. Ну-ка, выкуси-ка. Отлично, ребята, мы попали. Взять этого хламона и порвать. Это пугало огородное. На, блин. Погнали дальше. Ой, крокодил упал, ребята. Я не хотел портить инвентарь. На, вот так вот. Пошел отсюда. Слушайте, а мне понравилось, отлично. Все, сдох. Фу, мгновенное похмелье. Мы еще не закончили. Что там у него? Очередная бомбочка.
Ты достал уже, а? Что опять случилось? Уи, ну что такое? В чем проблема? Подозрительно все это. Пудинг? Какой еще пудинг? Оу, Джокер, что ли? Харли, детка, только глянь на себя. Какая ты взрослая. Изображаешь супергероя на пару с Бэтменом в его пещере. Ну ты же это слышишь, да? Что слышу? Как твоя настоящая суть, спрятанная под половицами, рвется на волю, царапая доски. Та, что перережет глотки своим друзьям. А потом рассмеется. Куин, ну и наряд у тебя. Бесявый, мне он не нравится. И отстань от Бэтмена. Хи-хи-хи, хорошая девочка. О, Харли, опять ты меня расстроила. Зачем я только стараюсь? Ни один проныра в дурацком костюме с дурацкой ухмылкой больше не будет меня учить жить. Правильно, Харли. У нас была сумасшедшая любовь. Но это теперь в прошлом, мистер Джей. У нас очередная заварушка с самим Джокером. Ну давай посмотрим, на что он... способен, блин. Черт, со своим ножом тут хреновым, а? Что ты ржешь? Хорошо смеется тот, кто смеется последний. Тут всякие пугалы летают. Ну, а, выкусил. Так. Отлично у нас получается. Ребята, он вообще ничего не может сделать. Что он там ржет? Ты почаще смейся и будешь получать люлей от самой Харли. Так, ладно, ребят, продолжаем. Ух, как я ему не завидую. Оу, на... Блин, промахнулись. Так, ты успокойся, пожалуйста, а? Джокер хренов. Во! Вот так вот. И на дорожку. Ха-ха. Блин, у него есть суперудар, а у меня пока нету. Вот, накопился. Могу, в принципе, использовать его, ребят. Ай. Черт, плохо. Бобо было сейчас. А, он меня победил, да? Значит, 1-1. Пора показать ему урок. Да, ребята, я попал. Я его поймал. И я думаю, что его ничего уже не спасет. Харли, ну-ка дай ему. Вот так вот. Биту аж сломали. А было черепушку. У, ребята, все, что ли, победа? Никто не смеет загонять Харли в угол. Так, это было все под газом, естественно, ребята. Бегом, пока не снялись с якоря. А кто же этот чувак? Ну это же... явно не соколиный глаз, да? Может, какая-то стрела? Воу! Как это? Как это он так? Одной стрелой, блин, 4 яхты подбил. Так, это что еще за фигня? Что это за мразь тут влазит? О-оу. Это болото под моей защитой. Болотце, а говорили, что ты погиб? Я охраняю природу, все растения на земле. Пока они живы, меня не убить. Щит. Да ладно. Болотце, погоди. Нас бить не надо, мы сражаемся за добро. Добро, зло, люди мне безразличны. Но я не потерплю. Когда горит мое болото. Оу, щитас. Ну что ж, я попробую преподать тебе урок. Болотце, блин. Точно, болотная тварь его увеличает, ребята. Он какой-то псих на самом деле. Угомонись ты нафиг уже. Я хоть наношу урон. Наношу. Воу, хорошо было. Отлично просто. Так, что-то тут еще, блин. Так, что он там сделал?
Вот так вот. Добьем? Нет, не добили, ребят, совсем немножечко осталось. Так, первый раунд за нами. Продолжаем разговор. Так, болотце, по-моему, пора тебе отправлять. Оу! Чуть было не пригрел меня там чем-то. Тихо, тихо, тихо! Ёп, красоты. Вот это был удар, вот это было шикарно. Проучим маленько. Хе-хе. С next time. Пора играть, давай. Оу, мои зверята поиграли. Продолжаем. Ну, да, нет, сейчас добьем, ребята. Сейчас вот, вот так вот, эпично, да? Хорошо, красиво. Мама всегда говорила, что я плохой садовод. Ну что, готов теперь слушать? Пугало и его громилы, вот кто твои враги. Они готовят ядовитый газ прямо у тебя во дворе. Мы здесь, чтобы остановить их. Ясно. Доперло до чувака наконец. А в кого они стреляли? Можно мне спросить. Вау-вау-вау-вау. Чувак посматывается с газом-то. Не чтоб того ловить, он прикрывает. Если они вернутся, я их встречу. Эх, болотная тварь, ты просто прелесть. Если вдруг захочешь к нам в команду, мы будем рады. Я подумаю над этим, если наши цели опять совпадут. А пока ступайте. Болоту нужно залечить раны. В команду. А болотце у нас, видимо, независимый чувак. Так, что это такое? Супермен, да? Нет, это не Супермен. Это у нас... Оу! Супер-леди! Супер-герл! Ё-моё, это что, сестра Супермена получается? Вот оно что. А я доселе не знал этого. Где это мы вообще? Кара, где ты была? Просто в облаках слушала. Если тебя заметили, сколько раз я тебе говорила, за пределами Кандака слишком опасно. Я десятки лет дрейфовала по космосу в гиперсне, пока Адам не нашел мой корабль. А теперь я торчу здесь. Что нам сделать, чтобы тебе стало уютней? Выпустите меня, Диана. Ты помогла мне раскрыть мои силы. Этот мир нуждается в помощи. Жители Земли сильно разобщены. Они постоянно сражаются. Таким стал мир без Кал-Ала. У Бэтмена глаза всюду. Он не должен знать о тебе, пока мы не будем готовы. Я не боюсь какого-то человека в маске. Я сгибаюсь сталь голыми руками. Твой двоюродный брат тоже так думал. И что? Какой толк от этих способностей, если я не могу помочь даже Кал-Элу? Мы ему поможем, Кара. Точно так же, как мы с тобой освободили Диану с Темискиры. Наше время придет. Мы спасем Кал-Эла и призовем Бэтмена к ответу. Слушайте, Супермена оказывается звать Кал-Эл? Вот оно что. Упреждающий удар. Наш лучший шанс остановить Грода. Это работа для военных, а не для одиночек. С армией связаться не пробовал? Армии сейчас нет пока что. Чтобы разрушить режим, нам пришлось начать все с нуля. И что теперь? Мы втроем похитим Грода из-под носа его толпы горилл? Грод их альфа-самец. Одолеем его, и остальные сами сдадутся. Но не связывайтесь с другими бойцами его общины. Они действуют сплоченнее, чем мы думали. Следующая остановка — Горилла Сити. Похоже, надо предупредить няню. Мама с папой сегодня задержатся на работе. Дина, если вы с Олей не готовы к такому, я попрошу Синего Жука и Фаершторма заменить вас. Нет, мы справимся. Но вы уже давно не сражаетесь. У вас теперь семья. Брюс, ты для нас тоже родной. Я пропустил решающий бой с Супербеном. Уж эту битву я точно не пропущу. И мы переходим на третью главу. Отважный и смелый. Зеленая стрела и черная канарейка. Теперь-то я буду знать, что это все-таки черная канарейка у нас. Опа, а вот и Грод. А я-то думал, кто это такая? В DC Enchanted этот персонаж присутствует.
и он у меня куплен. Горилла Сити, настал наш час. Через несколько часов мы свергнем своих угнетателей навсегда. Мы покончим с режимом, покончим с Лигой Справедливости. Сегодня мир встретит своих новых злодеев, общину. Оу, вот значит, что у него за община. Так, знакомые все лица, ребята. Сегодня мы покажем людям, что мы превосходим их. Сегодня все, кто посмеет встать на нашем пути, будут стоять на коленях. Ох ты какой, а? Серьезно горилла, ребята. И серьезные намерения. Низкая самооценка, этим он точно не страдает. Это гораздо больше, чем несколько членов общины. Они тут все? Они идут внутрь, где нет солдат. Харди, не включай двигатель. Когда дадим сигнал, вытаскивай нас отсюда. Блин, Харди, какая же ты милая, а? Переборщил ты с пафосом, Грот. Ты нанял составителя речей Супермена? Солдатам нужен достойный стимул, чтобы они шли на жертвы, женщина-кошка. Ненависть — вечный стимул. Лучше не обращать эту невинность против нас, иначе общине придет конец. Пока у нас есть общая цель, капитан Холод, вам нечего бояться. То есть пока мы выполняем твои приказы? Дэдшот, докладывай. Мы готовы выдвигаться. Умный песик, иди сообщи остальным. Гепард, Холод, пойдете с первой волной. Мы уже потеряли груз на болоте смерти. Надеюсь, твой тайный помощник доставит, что нужно. Может, пора тебе раскрыть личность нашего тайного помощника, раз уж мы все от него так зависим. Или от нее. Он скоро себя представит, а пока... Воу-воу-воу-воу, тише-тише, ребята. Вот это другой разговор. Нифига канаречка. Я из нас двоих отважная, верно? Я не настолько смел, чтобы с тобой спорить. Диверсант из болота смерти. Я так полагаю. Разберитесь. Ну, здравствуй, кошечка. Чур, я первая. Я не против. Так, выбираем... давай канарейку, наверное, ребята, выберем. Хочу посмотреть. Снова предашь нас, Селина? Не понимая, почему Брюс тебе доверял. У меня 9 жизней, Дина. Я предала почти в каждой из них. Ну, а на этой ноте, пожалуй, ребята, я и буду завершать это видео. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, вам понравилось. Ну, а мы увидимся с вами в следующих видосиках. Так что всем пока и удачи, и до новых встреч.